Всем привет, меня зовут Ольга. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня хочу показать вам свою новую индийскую раскраску. Попросили меня сделать полный обзор на нее. Это уже моя третья индийская раскраска. Все их я заказывала в Индии. И это называется «Сад великих моголов», если перевести. Книга... Ну, размеры раскрасок Джоанны Бесфорд. Она склеена и прошита. Бумага довольно плотная. Я пробовала здесь фломастеры на водной основе, аквамаркеры. Ничего не протекло. Книга посвящена не в буквальном смысле садам великих моголов, а вот этой вот стилистике, которая была... популярного времена великих моголов, и использовалась она в манускриптах, и даже вот Тадж-Махал тоже украшен цветами вот в таком стиле нарисованными. Будет интересна книга тем, кто увлекается не только раскрашиванием, но и Индией. Ну и, конечно, желательно, чтобы вы знали английский, потому что здесь много информации, в частности, об устройстве вот садов во времена моголов. И плюс приводятся какие-то высказывания поэтические, поэзия Руми здесь тоже встречается. Поэтому, если не понимаете английский, то, конечно, это будет вот просто потеря. Некоторые вот такие маленькие элементики... Здесь уже как бы раскрашены. Кое-где есть фон. Уже, вот видите, много здесь всяких вот мини-стежков. Красивая такая поэзия. Здесь приведена по теме, про любовь, про цветы, там, я не знаю, про женщин. Красивая такая вот индианка, тоже вот в стиле, как во времена моголов их рисовали в миниатюрах. Вот много таких вот разворотов с цветами. Если раскрасить, то будет очень красиво все выглядеть. Ну, время, конечно, займет это все. Ну, так как здесь можно аквамаркерами, да, фломастерами, то не так долго это будет. Я думаю, если эту книгу полностью раскрасить, это вот будет очень красивая такая книга. Именно как книга. С поэзиями, с цитатами какими-то. Вот тоже девушка индийская, раскрашена красиво. Вот эти все тоже сделаны в стиле индийских миниатюр. Некоторые вот цветы напоминают мне цветы из последней книжки Джоанны. Такой же вот стиль она кое-где там рисовала. Ну, тоже, кто любит раскрашивать цветы, и вот всякие именно паттерны, это тоже вот книга очень подойдет. Вот один разворот, который я раскрасила, очень шикарно он выглядит. В принципе, ничего я тут не заморачивалась, ни с тенями, ничего. Просто взяла яркие такие цвета, все по-простому раскрасила, а посмотрите, как эффектно выглядит. Вот так ярко, цветно и по-индийски очень. Вот видите, тоже здесь фон синий. Здесь, кстати, фон тоже он уже был готов. Вот это тоже очень красиво будет, если раскрасить. Очень плотная бумага, хорошая. Павлинчики тут. Ну, как красивые, вот как узоры, это вот, конечно, очень красивые. Все это. Ну, на любителя, они не каждый любит вот такие вот развороты, прям с одними цветами. Хотя вот тут вот встречается и какое-то здание, и мужчинка на слоне. Очень много поэзии здесь.
Продается она на Амазоне Индия, но Амазон Индия не посылает за границу. Продается она и на Амазоне Американском. Вот прям из миниатюр взята. Но там в 3 раза дороже она стоит. Поэтому лучше всего покупать на сайте издательства. Я оставлю линк в описании на случай, ну, если кто-то захочет книжку приобрести. В российских рублях на сайте издательства она стоит примерно 850 рублей. Ну, пересылка не знаю, они не указывают, сколько это уже, если вы соберетесь покупать, только тогда они вам скажут стоимость пересылки. Красивая книга, иметь в коллекции. Я говорю, если ее раскрасить, то это вот будет действительно очень красивая книга. Ну, не знаю, что смогу ли я когда-нибудь осилить и полностью раскрасить. Ну, я вот просто как себе в коллекцию, еще одна индийская раскраска. Тем более не так дорого она мне обошлась. Что я приклеилась. Ну, вот все, последняя страница. Вот такая вот раскраска. На сегодня все тогда. Спасибо за просмотр. Пока!